Добрый вечер, дамы и господа. Рад вас приветствовать на моем канале. Сегодня речь пойдет о таком приеме, как пиццикато. Когда мне было лет 15, я долго не мог понять, как так делают ребята. Я слушал там разные группы, арии, металлика, все такое. И для меня была загадка, вот как получается вот такой вот звук, например. Тогда не было никакой информации, ни видео, ни аудио, ни нот, вообще ничего. Мы снимали записи разных групп, все такое. Вот, и однажды у меня появилась видеокассета, то ли Стив Морса, то ли еще кого-то. И наконец-то я понял, как это делается. Вот, а делается это очень просто. Вот, берется, например, и кладется вот эта часть руки вот на это место. Вот здесь вот прям. И получается вот такой звук. Если отпустить, то получается вот такой звук. Вот. А чтобы освоить этот прием, я рекомендую такое упражнение. Берем обычную хроматическую гамму. И теперь играем две ноты открытые, две ноты пиццикато. И получается у нас вот такое. Ну вот, в общем-то, на этом и все. Буду рад, если кому-то это видео поможет. Конечно, профессиональные все гитаристы, кто более-менее играет, все ребята уже знают давным-давно этот прием. Ну, так что подписывайтесь на мой канал, буду безумно просто счастлив и рад всех видеть.